Готовы ли предприятия к осенне-зимнему периоду? Узнавали члены комиссии, в состав которого входили начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Рафаэль Шаймарданов, начальник отдела гостехнадзора Альберт Талипов, заместитель горисполкома по инфраструктурному развитию Фаиль Сабитов. Первым члены комиссии посетили предприятие «Жилсервис». По словам главного инженера данной организации, соляно-песчаной смеси в необходимом количестве завезли. Это порядка 30 кубов. Имеется трактор МТЗ-82, а в зимний период по договору берут технику у сельхозтехники. А в соседней организации «Комфорт» также один трактор МТЗ-82, который будет производить чистку снега дворовых территорий. Также имеется песчано-соленая смесь для отсыпки дворов. На этих предприятиях, по большому счету, никто комиссии не ждал, хотя накануне предупреждали. И в ТСЖ «Наш двор» также имеется песчаная смесь и трактор. А в благоустройстве к приезду комиссии всю технику выставили на показ. По словам начальника предприятия, техника к зиме готова на 80%. Песчано-соленой смеси завезли 300 кубов. Зима на носу. 19 числа этого месяца приедет комиссия из города Казани. К тому времени все предприятия должны быть готовы полностью. На данный день не все предприятия готовы, так сказать, удовлетворительно к зимнему периоду. Не у всех готова техника, но, надеемся, еще время достаточно. И думаем, что они подготовят и технику, и противогололедные материалы.